25 июля 1826 года состоялась казнь через повешение пяти руководителей декабрьского вооруженного восстания на Сенатской площади, направленного против воцарения Николая Павловича Романова. После подавления восстания для его расследования был учрежден специальный Верховный уголовный суд. Результатом работы суда стал список из 121 государственного преступника, разделенного на 11 разрядов по степени виновности. Пять руководителей – Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский – шли вне разрядов и были приговорены к четвертованию. 31 человек из первого разряда были приговорены к отсечению головы. Но потом Николай I смягчил приговоры. Отсечение головы было заменено вечной каторгой в Сибири, а четвертование – простым повешением, которое состоялось на рассвете 25 июля.